Я думаю, каждый из нас задавалась вопросом, а насколько я хороша в постели, насколько я классная любовница. И поэтому я подготовила для вас особый тест, который позволит вам это понять. Сексуальная бомба. Но ей все кажется, что она недостаточно много знает, недостаточно много чего умеет. Три позы, четыре прихлопа и, в принципе... Меня зовут Ольга Штерн, я психолог-сексолог и эксперт онлайн школы сексуальных техник «Гейша». В комментариях, пожалуйста, поделитесь до того, как вы пройдете этот тест, насколько вы сами себя оцениваете, насколько вы крутая любовница, а потом, конечно же, будет интересно сравнить, а что вам показал данный тест. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать самые вкусные и полезные видео. Итак, относительно теста. Почему, в принципе, я задалась этим вопросом? Потому что часто общаюсь с девушками и очень часто встречаю такое мнение, что мы склонны либо слишком завышать свою оценку в какой-либо сфере, либо, наоборот, занижать. То есть девочка много чего знает, много чего умеет, но ей все кажется, что она недостаточно хороша, недостаточно много знает, недостаточно много чего умеет, либо, наоборот, когда «да я все знаю, я все умею», копаемся глубже, а по факту там три позы, четыре прихлопа, и, в принципе, на этом все мастерство заканчивается. Поэтому вас ждет впереди 15 вопросов. Вам не нужно будет делать ничего сверхъестественного. Просто посчитать, сколько раз из этих 15 вы ответите «да», и в зависимости от того, сколько будет «да» в ваших ответах, я вам выдам разные результаты. Только, пожалуйста, отвечайте на эти вопросы честно, потому что зачем нам подмухлёванные ответы? Потому что все равно в глубине души вы будете знать, что вы думаете по-другому. Я на сами вопросы буду подглядывать, чтобы не забыть. Главное — честность, записывайте, либо загибайте свои прекрасные пальчики. И поехали. Мой партнер знает и делает то, что меня возбуждает. Ставьте «да», если это про вас. Если не про вас, соответственно, не считайте. Я знаю, как мне достичь оргазма во время полового акта. Если это про вас, загибайте пальчик, это «да». Я могу направить секс по своему сценарию. Я четко отслеживаю этапы возбуждения своего партнера. Я четко знаю свои сильные эротические стороны и что я делаю хорошо. Я могу управлять степенью возбуждения своего партнера. Я знаю, что больше всего в близости нравится моему партнеру. Я четко и уверенно даю понять, если мне что-то не нравится в сексе. Я периодически вношу новые элементы в сексуальную жизнь. Если я понимаю, что я не хочу чего-то категорически в близости, я на это не соглашусь. Я могу вкусно рассказать о своих сексуальных желаниях партнеру, чтобы ему тоже этого захотелось. Я знаю, как ускорить свой оргазм. Я не стесняюсь обсуждать нашу интимную жизнь с партнером. Я могу управлять, когда мой партнер подойдет к финалу. И последнее, я не манипулирую сексом. Итак, ваша задача – посчитать, сколько «да» было в данных ответах. И теперь давайте обсудим результаты. Если от 13 до 15, я поздравляю, вы самая настоящая сексуальная бомба, вы действительно прекрасны в постели, вы действительно много знаете, вы действительно много умеете, и вы действительно на очень много способны. Если у тебя от 10 до 12, утверждения, с которыми ты согласна, они точно про тебя, то ты классная любовница, однозначно есть что развивать, где становиться еще более игривой. На самом деле уже можете себя поздравить, потому что однозначно таких смелых девушек не так уж и много. Если же у тебя от 6 до 9 ответов, то, конечно, не все потеряно, но есть огромный
зоны для роста, и есть огромное пространство для творчества, и есть еще много тем для изучения, которые при твоем желании ты можешь раскрывать и про себя, и про своего партнера, и опять же, есть много инструментов для данных исследований, и это и наша школа, и наша страничка, и наши YouTube-каналы, уроки и так далее. Кстати, посмотреть наши бесплатные уроки, которые позволят стать вам действительно настоящей невероятной любовницей, вы можете на нашем официальном сайте. Для этого нажмите сюда, вы попадете на нашу страничку, где вам будет нужно ввести свой верный имейл, потому что туда приходит доступ в личный кабинет, где и располагаются наши бесплатные уроки, но вернемся к нашей теме. Если вы набрали от 0 до 6, то это однозначно повод задуматься. Безусловно, тесты, они не отображают полную картину, но, по крайней мере, они позволяют сделать первый диагностический срез, который покажет, где именно сейчас вы находитесь, и, возможно, после этого теста вы какие-то идеи для себя в сексуальную жизнь привнесете, либо у вас появятся какие-то вопросы, обязательно под видео их пишите. На самый интересный из них я буду записывать отдельное видео. Не забывайте ставить лайк, если вам зашел этот формат, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые классные видео. И также прямо сейчас на экране вы видите другие полезные ролики от нашей школы Гейши. Обязательно посмотрите любой из них, там точно много интересного для себя вы подчеркнете.